Всем привет, с вами я, Чертерок, и сегодня я обозрею вам новую игру, вышедшую недавно. Это «Лего. Пираты Карибского моря». В основном она сделана по сюжету игры, как уже ясно, называется видеоигра. Как мы видим, графика тут, скажем так, неплохо, учитывая то, что тут люди как бы лего и все остальное, так что тут придираться даже не к чему. Но такой своеобразный геймплей, играешь сразу несколькими людьми, собственно, потом их даже будет больше. Там набираем мы людей, так понял, на команду в корабль. Также вот есть несколько цифр, то есть комбинации. Можно собирать, так сказать, сломанные лего предметы. Вот тут ковать нужно, так сказать. В общем, обширный функционал у игры. Много героев, каждый что-то умеет. Вот сейчас мы видим, мы бежим к ковальщикам. Сейчас он сразу дубля не нарезал. В принципе, жанр игры аркада. Тут я поиграл 4 миссии, но иногда очень приходится думать. Даже я сомневаюсь, что до всех бы сразу дошло, что и как. Но тут я сразу видно забыл за второго чувачка, который у нас кузнец. В общем, немного привтыкало. Тут есть прицел, я даже не знаю, как его использовать. Вот видите, я его навожу. А то, что дальше делать, непонятно. Также чувак может кидать топор, кроме того, что убить мечом. О, я вот теперь долбать начал. Вот он кует. Сейчас он там что-то скует. И вот сразу монетки. Это собранные монетки, как вы видите, сверху черная полосочка такая. Если вы полностью все собираете, то вам дают звание настоящий пират. Я не знаю, куда оно идет, но все же.